Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать такую интересную ладонь, которая имеет такой необычный знак, как двойная линия головы или знак ведьмы. Что же это за знак ведьмы такой? Ну вот, давайте с вами посмотрим. Вот смотрите, вот у нас идет линия головы. Видите? Это одна линия головы. И вот это вторая линия головы. Две линии головы. Одна доходит до холма Луны. И вторая линия идет на холм Марса. То есть вот здесь у нас холм Марса, а здесь холм Луны. И это не линия жизни, это именно линия головы. А где у нас линия жизни? А линия жизни вот. Она состоит из двух половинок. Это первая линия жизни, и это ее продолжение. Вторая линия жизни. Что же означает двойная линия головы? Как я уже писал в своих постах, это сильные магические способности, сильные экстрасенсорные способности. Мы рассматриваем ладонь женщины, ей 44 года. И у женщины, как она подтвердила, очень сильная интуиция, необычные сны, вещие сны. Этот знак говорит нам о том, что женщина в прошлом воплощении уже обладала сильными магическими способностями. И по своим корням от родителей она тоже унаследовала мощные экстрасенсорные способности. Что хочу здесь отметить? Посмотрите, это остров. Видите, остров на линии головы. Вот в начале линия головы, и вот такой довольно-таки большой остров. Что означает этот знак? Ну, во-первых, остров на линии головы, период он занимает 6, от 6 до 15 лет. От 6 до 15 лет влияет этот знак. Знак негативный. Он дает неблагоприятные внешние обстоятельства в жизни человека, ситуации, которые могут травмировать психику. Этот остров дает склонность к депрессии, то есть у нас здесь период детства, да, раннего юности от 6 до 15 лет. В этот период, в юном уже таком возрасте, человек был склонен к апатиям, депрессиям. Остров дает неясность в мыслях, неопределенность в планах и склонность уходить в свой внутренний мир, свои переживания, сложность общения с внешним миром. То есть какие-то травмирующие ситуации могут идти, ситуации, травмирующие психику. И вот такие острова в начале линии головы могут влиять на всю жизнь человека. Они накладывают свой отпечаток на личность человека, на его психику. Давайте пройдемся по этому фрагменту линии головы. Посмотрите, вот линия головы шла ровно, и здесь она резко пошла вниз. Видите как? Вот он, резкий поворот, вот в этом месте. Что это означает? Ну, во-первых, с определенного времени, вот именно с этого времени, у нас это возраст около 55 лет. С 55 лет женщина резко уйдет в свой внутренний мир. Здесь начнет влиять Луна на линию головы, на человека. Могут усилиться обиды, могут усилиться меланхолия, апатия, могут усиливаться депрессии. Человек может закрыться в своей скорлупе после 55 лет. Почему обычно так происходит? Такое резкое, резкий поворот линий. Обычно бывает, что человек, да, пройдя определенный жизненный путь, не достиг каких-то своих целей. Да? Те мечты, которые он рисовал себе, цели, которые ставил, они разрушиваются. И человек может сильно разочароваться. Это может быть связано и с личной жизнью,
когда человек получает обиды. Вот Луна у нас дает обиды. Начинает человек переживать. Прошлое давлеет над ним. Вот Луна – это связь с прошлым. И человек уходит в себя, уходит в свои переживания и идет накопление отрицательных эмоций, отрицательных чувств, отрицательных энергий. Эти энергии могут переполнять человека. Человек может уйти в глубокую депрессию, могут возникнуть сильные зависимости. У кого-то это может быть алкоголь, да, у кого-то что-то еще неблагоприятное. Ну и вот она, вторая линия головы. Вот она, вторая линия головы. Их две. А какое влияние это еще дает? Во-первых, две линии головы говорят о двойственности личности. Человек имеет как бы внутри себя две разные личности. И они противоположные. Такой человек может вести себя совершенно нестандартно. Сегодня он, например, ведет себя так, а завтра совершенно иначе. И никогда неизвестно, что можно ожидать от такого человека. То есть некоторая склонность к раздвоению личности. Учитывая, да, остров, неблагоприятный период для психоэмоционального состояния в детстве, то есть человек может раздвоиться внутри себя. У него могут быть противоположные мысли, противоположные желания. И вот этот вот, вот эта линия найдет на Марс. Марс символизирует целеустремленность. В позитивном аспекте двойная линия головы дает реализацию огромного творческого потенциала. Луна наделяет эту линию головы, эту ветку, сильным творческим потенциалом, мощным воображением, мощной интуицией. Вторая линия головы позволяет реализовать, то есть вот эта линия, она более практичная, реальная. Вот эта линия находится в зоне Луны, она связана с воображением, фантазией. Соответственно, человек может реализовывать свою фантазию за счет второй линии головы. И, кстати, такой человек может отлично себя реализовать в разных сферах деятельности. То есть он может быть, ну, к примеру, он может быть днем учителем, да? Например, женщина днем учителем работает. Вот это как раз линия верхняя будет символизировать учителя. А ночью человек работает, например, стриптизершей. И как раз вот стриптизерша будет связана с Луной. Это эмоции, яркие переживания, творческий потенциал. Ну, это как пример. Либо человек может быть математиком, да, вот эта линия, математик. А вот эта линия художник. То есть в одном человеке совмещаются совершенно противоположные способности, противоположные черты характера. И в одно время человек может быть решительным, а в другое время нерешительным по вот этой линии головы, которая идет на Луну. Луна дает нерешительность, сомнения, колебания человеку. Вот, собственно, что я хотел, да, показать. Это линия головы или линия ведьмы двойная. И еще очень интересный момент. У нас, посмотрите, как идет линия жизни. Вот она пошла здесь. Хоп, здесь она окончилась. И очень часто люди пишут, у меня короткая линия жизни, сколько я проживу. Вот, дорогие друзья, здесь я как раз-таки на такие вопросы даю очень важное пояснение. Во-первых, смотрите, вот она линия жизни, она короткая? Можно сказать, да, короткая. Ну а вот это что такое, по-вашему? Это линия жизни. Видите? Просто вот здесь она, одна линия кончилась, началась вторая линия, то есть продолжение. Идет через такой разрывчик, да, видите, разделение. Опять же, люди начинают бояться, что-то страшное, короткая линия жизни. Но, смотрите, ничего страшного нашей женщине, да, герою, 44 года. И смотрим, что же это значит. Во-первых, это значит, что человек закончил определенный жизненный этап вот на этой точке. Эта точка находится в районе 40 лет.
и перешел на совершенно новый жизненный этап, на новую стадию жизни. Он проходит трансформацию, трансформируется личность, да, нашей героини, и полностью трансформируется жизнь, происходит переосмысление. Как раз-таки вот эти обиды перерабатываются, и человек развивается духовно. За счет чего вот этот вот период, да, перехода с одной линии на другую происходит довольно благоприятно. А что именно произошло? Смотрите, вот этот переход символизирует, как правило, переезд. Наша героиня в 40 лет совершила переезд, переехала в другой город. И, соответственно, вместе с переездом начался новый жизненный этап, который дает улучшение жизни, улучшает судьбу нашей героини. И вот именно в этом случае, вот помните, да, линия головы, которая идет на Луну, одна из линий. А здесь человек может получить позитивные влияния вот этого резкого поворота линии головы. Резкий поворот. А в нашем случае героиня, она действительно углубила себя, но углубилась не в депрессии, а в состояние самоанализа, состояние духовных поисков, духовного роста. Она полностью переработала весь свой прошлый опыт, переработала, да, вот эти вот психотравмы, какие-то обиды на мужчин, на других людей. И, соответственно, стали развиваться экстрасенсорные способности. То есть эта связь с Луной дает позитивное влияние в нашем случае. И женщина также повернула свой взор в сторону развития в творчестве. Она усиленно начала заниматься творчеством. У нее появились новые творческие проекты. И вот здесь, ну, вот здесь линия судьбы, качество фото плохое, то есть именно качество печати, к сожалению, да, не очень хорошее. Вот здесь линия судьбы, видите, идет от линии головы. До этого линия судьбы шла вот здесь. То есть линия жизни, она же была линия судьбы. Вот здесь. Здесь доходит до точки на уровне 40 лет. И начинается новая линия судьбы. Это новая сфера деятельности. То есть помимо вот этот помимо переезда, у женщины сменилась кардинально сфера деятельности. Смотрите, что еще здесь примечательного есть. Вот такие глубокие линии поперечные, видите? Вот они, вот они, вот они. То есть вот этот период, вот этот, до перемены, до 40 лет, это линии преград, линии стрессов, сильнейших стрессов. И действительно, женщина подтверждает, что в это время, до 40 лет, были сплошные трудности. Когда они начались? Начались они вот здесь, в районе 25 лет. 25 до 40 лет, вот промежуток занимает 15 лет. Идут сплошные стрессы, трудности в жизни во всех сферах. Эти, кстати, линии могут ослаблять здоровье нервной системы, ослаблять энергетику. То есть человек много нервничал, много переживал, проходил трудный путь. То есть перерабатывал свою карму, прорабатывал. И что мы видим? Вот эта вот линия жизни дальше, да, пошла чистая. Здесь нет линий преград поперечных. Линия чистая. И вот эти линии вверх идут. Один, два маленькая, три линии вверх, четыре линии вверх. Видите, после переезда это линия успеха. То есть женщина получит и уже получает награды в своей жизни. Она имеет успех в новой сфере деятельности и достигает желаемых целей, которые перед собой ставит. Вот такой краткий анализ основных таких примечательных моментов, которые я хотел обозначить. В следующий раз разберем новые руки, новые интересные знаки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.